Библейский портал экзегет.ру представляет. Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем чтение книги «Второзакония», и сегодня будем читать 11 главу этой книги. «Итак, люби Господа Бога твоего и соблюдай, что повелено им соблюдать, и постановления Его, и законы Его, и заповеди Его, и во все дни». Вот здесь говорится о том, что любовь к Богу, она не является чем-то абстрактным. Любовь к Богу предполагает исполнение Его воли, Его закона, Его постановлений. «И вспомните ныне, ибо я говорю не с сынами вашими, которые не знают и не видели наказание Господа Бога вашего, Его величие, Его крепкую руку и высокую мышцу Его». То есть, по сути дела, когда Господь истребил евреев, которые были взрослые, Моисей остался с теми, которые с 10 лет как бы видели чудеса и знамения, слышали заповеди на горе Синай. Это было уже новое поколение. А тут обращение идет к последующим поколениям, которые придут и заменят этих, которые они не видели знамения Его и дела Его, которые Он сделал среди Египта с фараоном, царем египетским, и со всей землей Его. И что Он сделал с войском египетским, с конями Его и колесницами Его, которых Он потопил в водах Черного моря, Черного – это Красного моря, когда они гнались за вами, и погубил их Господь Бог даже до сего дня. То есть поражение было столь великое, что даже к моменту написания этих слов они еще не поднялись, египтяне, и не окрепли. «И что Он делал для вас в пустыне, доколе вы дошли до места сего?» Там и чудеса, и знамения были. «И что Он сделал с Дафаном и Авероном, сынами Алиава, сына Рувимова, когда земля разверзлась уста свои, и среди всего Израиля поглотила их, и семейство их, и шатры их, и все имущество их, которое было у них». Более подробно об этом рассказывается в другой части Писания, в книге «Чисел». «И шатры их, и все имущество их, которое было у них. Ибо глаза ваши видели все великие дела Господа, которые Он сделал. Итак, соблюдайте все заповеди Его, которые я заповедую вам сегодня, дабы вы были живы, укрепились и пошли и овладели землею, в которую вы переходите за Иордан, чтобы овладеть ею. И дабы вы жили много времени на той земле, которую клялся Господь отцам вашим дать им, и семени их на земле, в которой течет молоко и мед». Одно из объяснений – молоко – это само Священное Писание, как сказано в Библии, как новорожденные младенцы: «Возлюбите чистое словесное молоко, дабы вам от него произрасти вере». А сказано: «Вера от слышания, слышание от Слова Божия». А мед – это истолкование Писания, без чего очень трудно понять радость и сладость каждого слова. «Ибо земля, в которой ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал его при помощи ног твоих, как масленичный сад.
На самом деле земля египетская до арабского захвата этой земли, она была очень плодородной. Коренные жители обеспечивали это известными египетскими каналами. А когда арабы все захватили, они привели эти каналы в негодность, и Египет стал пустыней. Современный Египет не очень плодороден. «Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал его при помощи ног твоих, как масленичный сад». То есть люди поливали землю, ногами удобривали, точнее, не удобривали, а делали ее более такой смешанной с почвой, чтобы хороший был урожай. «Но земля, в которую переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами», то есть там не только равнины и пустыни, «и от дождя небесного напояется водою». Что значит «от дождя небесного напояется водою»? Не было на святой земле системы орошения, как в Древнем Египте, но были дожди, и в древней традиции считается, что дождь происходит только по молитвам людей. И пока Бог не сотворил Адама, который начал молиться и просить о дожде, никаких дождей не было. И может наступить время, что не будет молящихся, и вообще все дожди прекратятся. «Земля, о которой Господь Бог твой печется, очи Господа, Бога твоего, непрестанно на ней, от начала года и до конца года». То есть Господь оберегает каждый период природной, святой земли. «Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, раннее и позднее, и ты соберешь хлеб твой и вино твое и елей твой». То есть здесь это зависит не от мелиорации, от благочестия, молитвы прежде всего. «И дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились и не стали служить иным богам и не поклонялись им. И тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит он небо». То есть небо будет закрыто. «И не будет дождя, и земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам». И вот сейчас показывают по телевизору, что пустыня наступает. Особенно в тех странах Африки, Азии, где гонения на христиан, христиан вытесняют, и пустыня буквально наступает. То есть небо закрывается, потому что Господь принимает молитвы своих, хотя слышит молитвы всех людей. «И вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам. Итак, положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкой над глазами вашими». Но мы знаем, что до сих пор евреи носят тфилины, руки обвязывают. Эта традиция, она восходит к временам Пятикнижия. «И учите их, сыновей своих, говоря о них», то есть об этих словах, «когда ты сидишь в доме твоем», то есть за столом, преподавая закон Божий, «когда идешь дорогой». Дорога – это некое поприще, то есть когда делаете какое-то дело, обучая ребенка делать по закону все.
И когда ложишься, то есть когда ложишься спать, это надо обучать именно вечерним молитвам. И когда встаешь, надо обучать утренним молитвам. И как приводить в порядок тело утром после сна. А также слова, когда ложишься, имеется в виду закон, с кем можно ложиться, с кем нельзя ложиться. Потому что буквально в книге Левит там и говорится, там вот, с чужой не ложись, с женой ложись. То же самое слово используется, похоже. И напиши их, то есть эти слова закона, на косяках дома твоего и на воротах твоих, дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на той земле, которую Господь клялся дать отцам вашим, сколько дней неба будет над землею. То есть чтобы до конца существования мира народ верующих не иссяк. Но если вы, ибо если вы будете соблюдать все заповеди сии, которые заповедую вам исполнить, будете любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его и прилепляться к Нему, то изгонит Господь все народы сии от лица вашего, и вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас. То есть, если мы не выполняем волю Божию, то на улице очень много других народов появляется. И мы уже не встречаем лица, похожие на славянские. Я видел во Франции, там очень трудно увидеть настоящего француза, потому что они живут так, что Господь посылает другие народы. И, может быть, потому что другие народы, вот эти темные народы, они иногда бывают более благочестивые или в наказание. «Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше от пустыни и Ливана, от реки Ефрата, даже до моря западного будут пределы ваши. Никто не устоит против вас. Господь Бог ваш наведет страх и трепет пред вами на всякую землю, на которую вы ступите, как Он говорил вам». Законы вступления в собственность, если ты купил землю, ты должен пройти по ней. Поэтому вот Авраам, которому Бог сказал, вот тебе и твоим потомкам отдаю эти земли, он ходил по этим землям, вступал в право собственности. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. То есть Господь дает нам полную свободу. «Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня». Вот это есть благословение, а за это и дети будут в семье, и сытость будет, и все необходимое, если мы будем руководствоваться волей Бога. А проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете. Когда ведет тебя Господь Бог твой в ту землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, тогда произнеси благословение на горе Горизим. Гора Горизим – это гора благословения. Это священное место самарян. Все свои праздники самаряне они отмечали на горе Горизим. А проклятие на горе Геваль. Эти горы были одна напротив другой. И вот они за Иорданом по дороге к захождению солнца в земле хананеев, живущих на равнине против Галгала, то есть вот эти горы, близ Дубравы моры. Дубравы моры – это место, где у Авраама очень долго были стоянки. «Ибо вы переходите Иордан, чтобы пойти овладеть землею, которую Господь, Бог ваш, дает вам,
в удел навсегда, и овладейте ей, будете жить на ней. Итак, старайтесь соблюдать все постановления и законы Его, которые предлагаю я вам сегодня». И когда вот они входили в землю обетованную, они входили между двумя горами, между горой Геваль и горою Горизим. И на горе Горизим стояли священники и благословляли, а на горе Геваль стояли священники и проклинали. То есть на горе благословения назывались добродетели, вот, которые надо делать, и что ты за это будешь иметь. А на другой горе, на горе проклятия, говорили, что из нечестивого в глазах Бога и какое наказание за это может последовать. Сегодня мы рассмотрели с вами 11 главу, если будем живы, Господь позволит. В следующий раз будем читать 12 главу книги Второзакония.